Первый выходной день еще порадует красноярцев теплом, но уже к вечеру ожидается похолодание. В субботу днем будет -2 градуса, ночью столбики термометров опустятся до отметки -9, -11, а в воскресенье днем и ночью будет одинаково морозно. В течение суток около 7-9 градусов ниже нуля. К тому же подует сильный ветер до 15 метров в секунду, но уже к понедельнику он стихнет и пойдет небольшой снег. Дневные и ночные температуры составят около 15 градусов мороза. Самым холодным днем будущего недели станет вторник. Ночью столбик термометра опустится до -20. А вот в среду снова начнет теплеть. Что же касается территории края, то в центральных и южных районах синоптики прогнозируют сильные метели. В ближайшие сутки мы ожидаем снег, метель, порывы западного ветра 13-18 метров в секунду. Ночные температуры воздуха составят порядка 8-13. По востоку еще холодно, до 25. А дневные уже +1, -4, оттепели, значит, по югу до +2 градусов мы ожидаем. В дальнейшем, как я уже говорил, холодный фронт, который связан с этим приземным циклоном, он будет уходить на восток, будет интенсивное вторжение холода.